Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в Fox of War PlayStation 1 версию американского региона командой будущих диверсантов на уровне сложности Hard. И у меня остаются 5 инженеров, и мы отправляемся в седьмую миссию, Communication Breakdown. Тут два супер ТНТ есть, это очень хорошо. Первым ходом пойдем пиротехника взорвем, ваншотнем. Берем супер ТНТ. Отходим назад. Прощай, Джонс. Так, оставайся на месте, снайпер. Гранату будет кидать? Нет, ты снайперки, ты смотри-ка. Нагло, дерзко. Так, задача Джилл будет уничтожить тех двоих красавцев. Еще одним супер ТНТ. Я надеюсь, по Крису из Дота не попадут. Очень надеюсь на это. Виджил, молодец. Давай я лучше Джил поставлю поближе под доты. Вот сюда вот. Первый дот начинает. Будет под Джил стрелять. Да. Промазал. Неудачник. А сейчас скроем осколочной гранатой эту консервную банку. Попытаемся. Отлично. Вылетел канонир. Второй дот. Тоже под Джилл будешь стрелять? Ага. Ну, ближе. И тоже промазал. И тоже неудачник. Так, ну, задача Клэр будет вторую консервную банку вскрыть. Так. Сколько у тебя хп? 55. Отлично. Готов. Ну а ваши пистолеты не страшны. Если честно. Так. Ребекка. Ты, наверное, поставишь одному мину, второму ТНТ. Куда тебя? Чтоб поплавал. Так, а тебя куда? Я даже не знаю, куда тебя. Далеко тебя не хочется отпускать.
Поэтому давай сюда, ко мне. Гингер. О, поплавали. Ну, давай свой пистолет. Так, этому можно мину ставить и добивать его. Крис. Займись-ка. А у того, мне кажется, тоже можно его уже добить. Держи подарочек. Так, у тебя сколько хп? 35. Замечательно. Прощайте. Писать не обещайте. Раз. Два. И миссия пройдена. Ничего сложного в этой миссии не было. Плюс две медальки. Давайте Криса сделаем диверсантом первым. О, у Криса уже 28 фрагов, он уже Джилл догоняет. Я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Услышимся в следующей серии. Пока-пока.